Ты сказал, что там Камбарова в свое время роль предложили, что ты пришел в «Спартак». Скажи, а если ты вот, вот так, роль агента, какого партнера по сборной ты хотел бы видеть в «Спартаке»? Сейчас? Да. Шишкина. Шишкина, понятно. Шишкина за скобками это всегда. Шишкина, Шунина, там все бабно. А если вот убрать друга, то есть не брать в данном случае Шишкина, а кого-то еще? Если бы взять, ну, надо смотреть по позициям, наверное, что надо «Спартаку» укрепить, ну, подумать. Ты знаешь. Я думаю, что я Смолова бы взял. Ну, потому что у нас один, можно сказать, Зелуиш, который сломался, хороший нападающий и, к сожалению, сломался. А Мельгареха, он больше то левого играет, то правого. И остались мы без нападающего, можно так сказать.